Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Урако и очередной обзор нового автомобиля. Если вы помните, примерно год назад по приглашению Рено я ездил в Данию на европейскую презентацию рестайлингового кроссовера Рено Каптюр. Вот он за мной находится. Тогда мне удалось познакомиться и немножко поездить на машинах именно европейской спецификации. Как вы знаете, европейцы любят машины на механике, поэтому машины были тестовые только на механике и своими особенностями, то есть более мощные моторы, чем на нашем рынке. И вот теперь, спустя практически год, мне удалось взять на полноценный тест-драйв автомобиль, такой уже в исполнении для нашего украинского рынка. Вот он стоит за мной, кстати, точно такого же цвета, как и те машины, что я ездил в Европе. Насыщенный оранжевый под названием Atacama Orange. На этой машине я катаюсь уже практически 10 дней, наездил почти 1000 километров, соответственно, есть небольшой опыт эксплуатации именно в украинских реалиях, и хочу с вами этим опытом поделиться, а также показать, чем машины для украинского рынка отличаются от европейских. Что ж, поехали! Ну а теперь, друзья, небольшая пауза. Наверняка все вы слышали новости о биткоине и то, как на этом можно зарабатывать большие деньги. В Libertex можно научиться торговле биткоином и заработать на этом деньги. В Libertex бесплатное обучение и дается $5000 на тренировки. Торговать можно уже начиная с $10, покупать, продавать биткоины. В Libertex сейчас доступно более 40 криптовалютных пар, в том числе те, которые набирают обороты. Помните, когда-то биткоин стоил всего $100, а сейчас его цена уже достигает 7000. Есть мобильное приложение и сайт. Очень удобно попробовать прямо сейчас. Libertex был признан лучшим приложением для трейдинга и лучшим криптовалютным брокером 2017 года по версии Forex Awards. Ну и в завершение хочется сказать, что при скачивании приложения Libertex именно по моей ссылке в описании под видео, каждый пользователь с депозитом 100 и более долларов гарантированно получает 100% бонус на сумму депозита. Перед вами автомобиль Renault Captur, обновленный 2017 модельного года, в самой богатой комплектации для нашего рынка под названием Intense. Ее можно легко определить по фронтальной оптике, полностью светодиодной. Вот она, LED Pure Vision, то есть такие передние фары ставятся только на эту топовую комплектацию. Также здесь есть поворотные туманки, вот они на небольших скоростях, они следуют за движением руля, заглядывая практически в поворот. Также в самом дорогом исполнении автомобиль комплектуется 17-дюймовыми колесами симпатичного дизайна с шинами 205-55R17. По внешности я вам, в принципе, все в подробностях рассказал еще в первом видео, посвященном Renault Captur. Единственное, что могу сказать, что мне очень не понравилось, это наличие барабанных тормозов сзади. То есть, в принципе, для автомобиля современного европейского это уже как-то даже не солидно. Барабанные тормоза. Ладно, если Duster, это простительно, потому что он такой брутальный, весь суровый для жестких условий эксплуатации, то Captur это, в принципе, такой более гламурный кроссовер городской, и уместнее бы здесь смотрелись именно дисковые тормоза, а так барабаны каким-то выглядят пережитком прошлого и несколько добавляет дешевизны облику. Тут также есть панорамная стеклянная крыша, сейчас, наверное, изнутри вам ее покажу. Вот она выглядит так. Машина в такой комплектации стоит 605 тысяч гривен, то есть это 20 с небольшим тысяч долларов, в принципе, практически на уровне Renault Duster. Вот такой интерьер, комбинированная отделка, ткань, кожзаменитель. Удобные очень сиденья, мне понравились. Также очень мне понравилась посадка за рулем, очень хорошая обзорность, то есть маневренность на высочайшем уровне. Плюс здесь есть автоматический парковщик, который может парковать даже под углом, то есть параллельная парковка, перпендикулярная и даже под углом. То есть очень продвинутая система. Дорожный просвет у машины 17 сантиметров. То есть, в принципе, точно такой же, как и на автомобилях в европейском исполнении. Renault Captur, он построен на базе, на платформе европейского хэтчбека Renault Clio, который является самой продаваемой машиной Renault в Европе. А Renault Captur является самым продаваемым кроссовером в своем классе в Европе. То есть в B сегменте кроссовера в Европе Captur номер один по продажам. В Украине, к сожалению, эти машины не так популярны. Если сравнивать с тем же Duster, который, в принципе, соизмерим по цене, то Captur на улице намного меньше, чем Duster. Давайте я покажу вам, что у нее под капотом. Здесь 1,5-литровый
турбодизель. Если вы помните, на тех машинах, которые я тестировал в Дании, тоже стоял 1,5 литровый турбодизель, но более мощный. Там было 110 лошадок, а здесь уже 90 для нашего рынка всего-навсего. В паре с мотором сочетается здесь коробка роботизированная EDC, то есть переселективный робот. Вот он перед вами, шестиступенчатый, производство Getrag с двойным сцеплением. А вот если вы помните, в Европе были машины только с механикой. Давайте покажу вам багажник машины. Здесь 377 литров объем, двойной пол. Под полом также есть ниша, ее объем 78 литров, то есть суммарно это 455 литров. Из интересного функционала, который очень редко встречается в данном классе автомобилей, можно отметить подушку заднего сидения, которая двигается, регулируется в продольном направлении. То есть достаточно потянуть вот за этот рычаг снизу, и подушка сидений может сдвигаться в пределах 16 сантиметров. То есть в диапазоне 16 сантиметров она двигается, тем самым можно варьировать размер багажного отсека. На задней части спинок передних сидений находятся такие вот резинки, которые служат и как дизайнерский элемент, и как средство для закрепления различной мелочевки. То есть сюда можно положить бутылку какую-то пластиковую, либо бумагу, или какую-то игрушку, или еще что там необходимо задним пассажирам. Одна из очень крутых фишек этой машины — это огромный бардачок, который даже язык не поворачивается назвать перчаточным ящиком, потому что это практически такое огромное пластиковое корыто или ведро даже объемом 11,5 литров. То есть туда можно положить очень много различных вещей, бумаг, мелочевки дорожной, и все прекрасно влазит, не надо мудрить, куда это все приткнуть. Давайте еще вам покажу теперь переднюю часть салона. В принципе, в первом видео обзоре я в деталях это все показывал. Очень неплохо укомплектован. Приятная эргономика. Единственное, что мне не понравилось, это оформление панели приборов. То есть эти, оно выглядит красиво, но не всегда хорошо читается. Эти изгибы такие характерные. Несколько оно отвлекает даже. По мультимедийной системе что мы имеем? Тут система AirLink Evolution. Покажу менюшку ее. Вот такая менюшка. То есть это что-то среднее между AirLink базовым, который ставят на Duster, Sandero и Logan, и флагманской мультимедийкой, которую устанавливают на Renault Megane. Если помните, она такая длинная, вытянутая вниз. Лично по своему опыту могу сказать, что мне вот эта система AirLink Evolution нравится больше, чем топовая, которая на Megane ставится. Она какая-то более простая в использовании, более простой и понятный интерфейс, и она как-то шустрее работает. Блок климата здесь хорошо знакомый по другим моделям Renault. Также есть, видим, слот для карты памяти, USB вход. И на центральном тоннеле между передними креслами находится кнопочка Eco, которая активирует экономичный режим, который помогает экономить топливо. Также есть кнопочки управления круиз-контролем. Здесь он не адаптивный, а обычный. И такая вот шайбочка, которая на первый взгляд похожа на управление режимами трансмиссии. Но я уже говорил в первом видео, что Captur европейский бывает только с передним приводом. То есть полный привод даже в качестве опции не предлагается. А данная шайбочка фактически применяется для выбора режима езды по разным типам покрытия. То есть это стандартный асфальт, грунтовая дорога и эксперт, какие-то сложные дорожные условия, например, гололед или подобное. То есть фактически это как дополнение к системе стабилизации ESP, которая настраивает все электронные системы автомобиля под определенный тип покрытия дорожного и условия езды. Ну что ж, друзья, теперь пришло время непосредственно тест-драйва. Будем садиться за руль и расскажу вам о ездовых впечатлениях от автомобиля в условиях украинских реалий. Поехали! Итак, друзья, вставляем ключ-карту от Renault Captur в специальный слот на центральной консоли. И запускаем автомобиль. Бодро завелся дизелек. Сейчас уже не зима, тепло, поэтому он быстро прогревается. Пару слов хочется сказать о шумоизоляции автомобиля. Она здесь не идеальна. Вот если сильно нажимать на газ, видим, моторчик довольно-таки сильно слышно в салоне. И даже немножко трансмиссию слышно. Этот робот Getrag шестиступенчатый с двойным сцеплением. Но, в принципе, для данного класса, можно сказать, удовлетворительный уровень шумоизоляции, поэтому
ставим, скажем так, четверку с минусом по этому параметру. По динамике, только что я нажал газ в пол, неохотно машина начала выстреливать с места. То есть у нее разгон от 0 до 100 км в час 13,5 секунд. То есть это далеко не шустрый автомобиль. Чувствуется, что силенок не хватает. И вот я вспоминаю тест-драйв в Дании. Там были машины тоже полуторалитровые, но с более мощными показателями. То есть 110 лошадок было дизель. И в принципе на механике машина была более динамична. Вот я сейчас с светофора нажимаю газ в пол. Так, как бы не впечатляет, скажем так. То есть для обычной размеренной езды по городу, конечно, этого достаточно, но ничего более. То есть каких-то там сильных эмоций от езды на машине вы вряд ли получите. Зато она очень экономичная. То есть производитель заявляет расход топлива для данной вот версии робот с роботом EDC и дизелем на уровне 4,2 литров на 100 километров. То есть это в смешанном цикле. Я уже говорил, что проехал на машине практически 1000 километров, и средний расход вот у меня получился, сейчас покажу. На борткомпьютере показывают 4,8 литра средний расход. При этом процентов 30 моего пробега пришлось на город, то есть я ездил по Киеву, правда без особых пробок, но тем не менее. И процентов 70 это была трасса, где скорости были около 100-120 км в час. То есть в принципе очень близко к заводским показателям. И действительно очень хорошая топливная экономичность эта машина для наших реалий и для нынешних цен на топливо. Еще было очень интересно понять, как настроена ходовая часть после рестайлинга, потому что я ездил на Каптюре, так сказать, первой фазы до рестайлинговой, и могу сказать, что тогда мне показалась эта машина чисто европейской. То есть подвеска была довольно таки жесткой, короткоходной и далеко не комфортно и идеально по своим настройкам именно на украинских разбитых дорогах. Но, видимо, инженеры Renault сделали работу над ошибками, и вот вторая фаза Каптюра уже гораздо более приспособлена и адаптирована именно для отечественных дорог, и машина стала мягче, комфортнее и гораздо улучшилась плавность хода. Это действительно прогресс по сравнению с первой фазой Каптюра. Робот EDC здесь не супер шустрый, в принципе, хотя я читал, что он адаптируется еще под стиль езды, то есть надо какое-то время на машине поездить, чтобы она поняла, какие особенности и стиль езды водителя, и подстроила свои, так сказать, повадки под этот стиль. Но, честно говоря, мне показалось, что есть небольшие задержки, особенно же, когда хочешь резко ускориться, газ в пол, а коробка задумывается перед тем, как скидываться на более низкие передачи. Такая вот история. Но при этом в пробках дерганности особо нету, чем страдают, допустим, другие роботы, те же сухие DSG и тому подобные трансмиссии. Еще хочу сказать пару слов о ценовой политике. Напоминаю, как я уже сказал, автомобиль это самая богатая комплектация Intense. Это дизель плюс робот EDC. Хотя, в принципе, с механикой дизель не существует на нашем рынке. Вот данная машина это фактически самый дорогой Каптюр, который можно купить в Украине. Он стоит 605 тысяч гривен, это за машину 2018 года выпуска, а по акции 2017 года выпуска можно взять за 583 тысячи гривен. То есть по курсу нынешнему сейчас 26,2 курс примерный к доллару, то это получается 20 с небольшим тысяч долларов. В принципе, Duster новый, который я уже тестировал и выкладывал обзор на свой канал, ссылочка будет под видео в описании, с таким же мотором полуторалитровым, но более мощный, 110 лошадок, тоже коробка такая же EDC, стоит соизмеримые деньги, то есть тоже 500, по-моему, 80 с небольшим тысяч гривен. То есть, в принципе, эти машины в одной ценовой категории, но разные по своему характеру, по своим настройкам и, в принципе, по своей философии. То есть, Каптюр – это европейский такой автомобиль, он испанской сборки, явно рассчитан на европейского покупателя. У него гораздо более стильный дизайн, интересный салон, более качественные материалы отделочные, ну и вообще впечатление более дорогой машины он производит. Но при этом у него нет даже в качестве опции полного привода. Он более такой нежный, весь гламурный. Я бы сказал, даже это женский автомобиль, потому что вот я даже наблюдал на дорогах, на них в основном ездят женщины. Duster это наоборот такой брутальный проходимец, которым можно ездить в самые отдаленные уголки нашей страны, там где вообще нет дорог.
и в принципе его подвеска переваривает абсолютно любые изъяны дорожного покрытия. То есть машина другая абсолютно по своей философии назначения, но соизмеримая по цене. И тут уже выбирать вам, что вам нужно от машины. Если вы ездите по городу, редко выбираетесь на региональные дороги и пересеченную местность, то я бы голосовал исключительно за Captur, потому что машина впечатление производит действительно неплохое. Ну, на этом, в принципе, все, что я хотел рассказать уже во втором видео, которое посвящено обновленной Renault Captur. Надеюсь, вам понравился данный материал. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Пока!